Выдающийся российский ученый, лауреат Ленинской государственной премии, герой социалистического труда, коллега и соавтор Андрея Сахарова, правая рука Юлия Харитона. До последних дней жизни Юрий Трутнев работал первым заместителем научного руководителя Арафия Ацуниев. Всю свою долгую жизнь он посвятил тому, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны. Проститься с академиком пришли его близкие друзья, коллеги, представители госкорпорации «Росатом», РАН, Министерства обороны, областного правительства и других ведомств. Он до последнего дня активно работал, никому не давал спуску. Он был человеком абсолютно принципиальным, требовательным, но более всего требовательным к самому себе. Нам посчастливилось работать с Юрием Алексеевичем. Вот прощаясь с такими людьми, конечно, понимаешь, что потеря невосполнима. Много вспоминали на митинге о достижениях Юрия Алексеевича. Созданием в 50-х годах термоядерного заряда Юрий Трутнев и его коллеги обеспечили мир в нашей стране. Ядерный паритет, который дает гарантию безопасности России и стабильность в мире по сей день. Он обеспечил прорывные исследования в мирном атоме. Он вместе с коллективом Федерального ядерного центра и Минсредмаша обеспечил спасение и сохранение ядерного щита нашей страны в непростые 90-е годы. У него были великие учителя, но сам Юрий Алексеевич тоже стал великим наставником и великим учителем. Он многому каждого из нас лично научил. И это энергетика, это наступательность, какую бы тему он ни касался, всегда пример. Все присутствующие действительно знают Юрия Алексеевича как человека крайне активного, принципиального, я бы сказал, бескомпромиссного при достижении поставленных им целей. И благодаря этому действительно были реализованы многие проекты, в которые поначалу-то, может быть, и мало кто верил. Он спуску не давал не только себе, не только своим коллегам, но и всем руководителям. Юрий Трутнев был проводником в ту легендарную эпоху, когда советские ученые совершали настоящие подвиги во имя всего человечества. Вся его жизнь – яркая страница в истории нашей страны и города, которому он отдал почти 70 лет. Это был человек, который олицетворял поколение советских ученых, ну и на самом деле просто советских людей, которые победили одну войну, по большому счету победили и вторую, благодаря ему и его сподвижникам, которые постоянно демонстрировали тот стержень внутренний, какую-то невообразимую стойкость, на которую нам всем только равняться и равняться. Я думаю, что это будет, конечно, очень сложно сделать. После завершения траурного митинга процессия двинулась на городское кладбище. Юрия Трутнева похоронили на аллее почетных захоронений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.